преддверии праздников многие родители не знают, как правильно и полезно приготовить в домашних условиях лимонад для себя и своих детей. Сегодня мы вместе с Эвелиной и Камилой покажем вам, как правильно нужно это сделать. В обычных лимонадах у нас очень часто находится что, девочки? Сахар и консерванты. А мы с вами сегодня приготовим лимонад без сахара и консервантов. Для этого нам понадобится лимоны, апельсины, вода, мята и самое главное – это заменитель сахара, который полезен для здоровья детей. Итак, для того, чтобы выдавить сок лимона, нам нужно, давайте, девочки, вместе с вами будем это делать. Для того, чтобы выдавить сок лимона, нам нужно сначала лимон слегка прижать, для того, чтобы лучше выходил из него сок. Давайте, девочки, вместе делаем. Вот такая сильная. И теперь то же самое мы сделаем с апельсинами. Все это нам нужно смешать с 3 литрами воды. И самое главное, то, о чем мы говорили в начале, это стевия, которые полезны для здоровья вас и ваших детей. Очень важно знать то, что она заменяет сахар. Это все мы можем украсить веточками мяты. Эвелина будет украшать свой лимонад. Камила будет украшать свой. Теперь наши девочки продегустируют то, что они приготовили собственными руками. И оценят по достоинству наш лимонад. Ну что, Камила? Эвелина? Очень вкусно. Очень вкусно. А самое главное то, что оно полезно. До новых встреч!